дерево, туда дорог нету. У нас тем более половодье. Ну, провиант и все такое, вещи всякие. Ну и человека заодно. Возможно, порыбачим там. Попробуем на закидушке половить. Может, половим на сетник. Если местный кто-нибудь рыбачит уже, может быть, с ними там порыбачим. Может, нет, посмотрим. Сами ничего не брали с собой, кроме закидушек, продольников и спиннинга. Ну, удочку еще я взял. Сейчас рыба в лесу плавает. Там в лесу плавает, короедов там собирает всяких букашек, таракашек. Вот и много развилось по лесу, по полям, по всяким. Собственно, и добыли мы до деревни Кырта. Сейчас будем искать место, где выгружать шмотки. Воды много. О, полный УАЗик барахла нагрузил. Что ты делал? Это тут так-то все в дело. Ничего лишнего нету, все в дело. Сколько старичку лет-то? О, было возрождение. 30 точно в машине, да? У меня уже 22, по-моему. До этого там намутили, там тот, а не еще кто-то продал, было. Все 50. И работает еще.
подустали маленько разгружаться, загружаться. Сегодня, наверное, уже никуда не поедем. Будем отдыхать, покушаем, завтра посмотрим. Пообщаемся сейчас с местными, как обстановка на реке. И попробуем что-нибудь половить. 31 число, 31 мая. Завтра у нас лето наступает, а на улице идет снег. Снег шел у нас 12 часов как минимум. Со вчерашнего дня идет. Можно даже снеговика накатать, если есть желание. Такая вот красота. Ребят, в общем, какая история у нас получается. Как и по всей стране, у нас тут ветрище 20 метров в секунду, точнее в минуту, или там как получается. Смотрите, что на речке происходит. В общем, я не знаю, видно вам нет, но волна примерно метр. Ну, вот чуть дальше от берега, даже, по-моему, больше метра, идет какой-то ураган. Рыба не ловится. Сейчас это утро, но пасмурно, грубо говоря. Вчера мы оставили закидушки на ночь. Первый день бросили. Вот вода упала за ночь. Вот, получается, закидушка. И вот упала она на сколько. Рыбачить, в общем, ничем не получается особо. Не знаю, что на закидушке. И мы и домой не можем приехать. Вчера вообще сидели, снег у нас тут выпал. Очень, сколько-то, часов 15, наверное, шел снег, без, не переставая. Правда, потаял, вот, нету его. Ну, сейчас проверим, посмотрим. Ну, надежды мало, думаю, ничего не будет. Ветер северный и очень сильный. Сколько еще здесь куковать будем, тоже не знаю. И получится ли у нас что-то поймать, не знаю, уже домой хочется. Потому что мы понимаем, что тут ни рыбалки, ничего не будет. Соответственно, открытие сезона, наверное, переносится. Ну, надежда умирает последней, все, вытаскиваем. Ловим прямо на деревне, потому что берега все залиты водой. Даже негде бросить закидушку. Но вот здесь около деревни, ну, как бы это можно сделать. Вот это продувает. Вот как я и говорил, здесь один мусор. Один мусор. Хотя черви объедены. Червей нету. Живца поймать не удалось. Потому что под берегом грязь, волны, вообще не видно малька. А вот плавать тоже неохота по такой волне, просто страшно. Потому что, ну, я не знаю, на камеру это не видно, но в жизни это очень страшная волна, ребята. Да, ну слышно как же. Кстати, если кто не в курсе, то волны настоящей воде и волны на течение – это две большие разницы, ребята. Потому что течение совершенно по-другому. В общем, мы как бы и получается застряли здесь. По деревне спрашивали. Местные никто пока не рыбачит сами, ни на сетки, ни на что. Видел дядька, как на петушки ставил, но тоже говорит, пока рыбы нету. В общем, не знаю, как мы порыбачим. Зато вот смотрите, что находим на берегу. Кованый гвоздь вот нашел. Причем не первый. И сейчас еще одну штуку покажу. Может, кто подскажет. В общем, нашли медную ложку, как я понимаю. Я не знаю, каких она годов, веков. Тут на ней ничего не видно. Но находка очень интересная. Я не знаю, это самодельная она или нет. Ложка из меди. Современная она или старая, вообще непонятно. Похоже, это литье. Видимо, старая вещь. В общем, такие штуки находим по берегам этой деревни. Так, ладно, будем червя менять. Даже просто на берегу сидеть очень холодно с таким ветром. Так, надо закидушку сейчас переставить, потому что у нас вода падает.
нас стоит одна закидушка. И тоже уже вон. Надо смещать ее. Колокольчики ставить бесполезно и сидеть. Это ветер не дает. Пробовали, звенят постоянно. Вчера с вечера. Ой, не поймай. Вот ты, ёлки-палки. Тоже объедены все черви. Но рыбы нет, у нас большие крючки стоят на крупную рыбу. Это, наверное, ерши обдирает. Колодки не оторвало? Нет, крючки вот такие. 12 номер. Поэтому ерши и мелочь зацепляться не будем. Так-то ждем хариуса, по идее. Ну, может, что-нибудь сик там крупный, если будет. Но пока нет рыбы. Скоро уже будет месячник. Соответственно, вот не знаю, успеем мы. Вот, улетел, он, видели, как сразу крышку только поставил. Соответственно, не знаю, успеем мы вообще поймать-то рыбы. А то потом целый месяц рыбалка не рыбалка. А, месячный запрет? Ну да, запрет на лов рыбы. В принципе, там на удочку ловить можно. Но по прошлому году мы вам показывали, что у нас воды настолько много и разливы вот огромные, что тут ну, нереально сидеть на удочку что-то ловить. Может где-то у кого-то штучно что-то и попадается, но... О! Крючок разогнутый, не знаю, или вот за то, что я зацепился, или рыба. На место поставим его. Где-то два червяка ставим пожирнее. Может налим. Попадется, но пока ничего нет. Вчера, кстати, мы пробовали, тоже рыбы не было, не стали ничего показывать. Думали, может быть, сегодня получше будет, а погода только портится и портится. А вот сегодня первый раз пришли, еще вечером потом придем, не знаю, что-то не очень мне нравится нынешняя обстановка на речке. Новости смотрели, там везде крыши срывают, ураганы. Может и у нас что-то подобное будет. Ну, похоже уже. 20 метров в минуту или как там, секунду, это тоже не шутки. Так, ну что, гуляем еще. Не сдаемся, ребята, не сдаемся! Ой, это вообще далеко. Грязь пустить. Здесь тоже черви обглоданы, но рыбы, как мы видим, нету никакой. Сейчас, по идее, конечно, надо с таким обилием грязи сидеть на закидушках почаще доставать, но из-за того, что ну холодно, я не знаю, капитально. Прям вот честно, не очень охота этого делать. Если попадаться что-то начнет, и мы еще в этот момент будем здесь, тогда посидим. На закидушках, а пока очень что-то глухо все. Хотя бы один попался. Да. Ни налима, ни хариуса, увы, не видать. Пока. Волны как на море! О, это вообще закидушки что-то далеко получилось.
Был пойман пакет. Рыбы нет. Беру сейчас на грязь. Ну, в общем, здесь тоже черви объедены. О как. А рыбы нет. Как видим, пока одна грязь. Не знаю, сейчас пойдем домой по-любому, потому что холодно. Ну, не домой, вот к другу. В избу. А потом это, попозже там, не знаю, к вечеру еще проверим. Ну, там, завтра еще, не знаю. В общем, наверное, выпуск одним роликом будет. Потому что, ну, не знаю, парни показывать вообще нечего. Вот, шторм, аномалия. Как на море сидим здесь. Вот, ребят, вот такая история. Вчера ничего, ночь поставили, ничего. Сегодня еще будем смотреть. Боюсь, ничего не поймаем. С такими погодными условиями очень сложно поймать что-то. Зато вот все камни здесь интересные нахожу. Всякие вещи по берегу. Это ж точно очень старая вещь. Кому интересно, пишите, что это такое. Ва, холодно. Опять. Камнями даже прикипает. В общем, сниматься будем. Два дня простояли закидушки, вчера вот, сегодня с утра вечером бегали. Нам тут друг позвонил, сказал, окно будет 2 часа или 3, часика 8 вечера. Надо дергать отсюда, пока затише, а то по прогнозам опять 20 метров в секунду, 11, и все, северный ветер. Боюсь, что мы тут без воздуха будем пока куковать, надо домой рвать. Возможность есть, а то целую неделю не Настя идет, обещают. Камнями аж леску заваливать. Течение волны вот эти вот идут, и камни перекатываются по берегу. Как не ожидалось. Теперь целые. Ну, а это табор. Какая рыба ловится целый день.
Да, вот такое вот открытие сезона. И открытием-то не назовешь. А сегодня, между прочим, лето. Первое число. Всю детвору, кто нас смотрит, с праздничком поздравляем. Дети, как говорится, наше все. Так что поздравляю свою доченьку и чужих деток с этим праздничком. Растите все здоровые, умненькие и слушайтесь взрослых, дорогие наши детишки. В общем, что, ребят, мы будем использовать сегодняшнее окно. Оно позволит нам добраться домой. Грубо говоря, проторчали мы сколько, 4 дня, 4 суток. Рыбалки никакой не удалось. Из местных тоже никто не ловит. Ни на сети, ни на закидушки. Мы тут как дурачки, в общем, одни. Попробовали порыбачить. Рыбы нету, шторма. Погода по всей стране паршивая. У нас тем более ветрюганы. И вот сегодня вроде будет 4 часа без ветра. Часов с 8-7 вечера и до 11 ночи. Ночью, говорят, опять метель попрет. В общем, надо нам срочно домой. Так что извиняйтесь, такую вот рыбалку. Ну что, зато вам тепло. Вот, посмотрели. Как по большой воде многие ребята говорили, да ничего, клюет. Ну вот так вот клюет у нас, по крайней мере. То бишь ничего не клюет. Когда речка еще ото льда освобождается, еще небольшой уровень воды, вот в это время можно немножко поймать. Но мы деда УАЗа, грубо говоря, починили и там кое-какими своими делами занимались. А именно чистой природы уже вывезли, скажем так, ну, 200 кг мусора. И, кстати, здесь по берегу пока ходили, пособирали немного, там пару мешков, их у нас все равно нет. И отвезем отсюда, немножко чище будет берег. Ну вот и открылось окошко, когда мы можем вырваться домой. Сегодня будем чать на всех парах. Отдохнем немножко. Возьмем еще, наверное, бензина, продуктов и приедем сюда опять. У нас от сегодняшнего дня до закрытия рыболовного сезона на внерестовый период осталось 8 дней. Вот, грубо говоря, дней 6 есть. Соответственно, мы приедем, берега уже немножко пооткрывались. Будет заморозок, но, может быть, половим сишка на закидушке, хорюска. В общем, будем еще пробовать. Заодно и вы посмотрите. Очень много было вопросов, почему мы не ловим после того, как лед уходит. Вот именно по этим причинам, что у нас очень резкий подъем, среднее течение, добавляет много воды с горных рек. Кстати, вторая вода у нас будет, и опять будет большой подъем. Но это уже во время, грубо говоря, хода рыбы, соответственно, нам это не мешает совершенно. В общем, и получается так, что рыбалка очень тяжелая. Бывает везет, а бывает не везет. Ну, будем надеяться, что в следующий заезд нам повезет. А теперь отчаливаем.